Главное не дрейфить. Не дрейфить, да. Тогда все живыми отсюда выберемся. Говорят, эти твари по ночам стали на патрули нападать. Главное, днем между собой срутся, а ночью собираются в стаи и нас кончают.
дичи нормальной в этой долбанной зоне нет ни хрена. Погано. Погано. Эх, миска бы копченого сейчас. Черт, нас два бы сел в вертолет. А пусть бы и разжаловали, мне похрен. Среди людей зато они здесь, в зоне этой проклятой. Что так обернется, черт нас два бы сел в вертолет. А пусть бы и разжаловали, мне похрен. Среди людей зато не здесь, в зоне этой проклятой.
Я тот труп не видел. Как его тварь разделала? Что в зоне творится? Рассказать бы кому. Так не положено. Я так чувствую, с пяток килограммов я уже тут того. Работу следить все время надо. И за другими тоже присматривать. Аномалии, тварь эти поганые. Крышу рвет только так. Видали уже. Вот, накачивали наши штабные, накачивали. Нет, мол, ничего хуже сталкеров. Ага. А сами? Как отсюда посмотришь? Так некоторые штабные суки мутантов за пояс заткнут. Ничего, я им так просто не дамся. Успеть бы только, если что, побольше тварей с собой на тот свет забрать. Учтена каждая мелочь, мать их штабная. Это считается хорошей подготовкой, когда из 10 только один выживает. Черт! Да мы даже в бой не вступили! Я так чувствую, с пяток килограммов я уже тут того. А если бросили нас? Вот так вот взяли и списали в невозвратное. И когда же нас отсюда заберут? Как его зажать?
а другого по деревьям раскидало. Кусками. Не дай бог. Лучше на пулю нарваться. Накачивали наши штабные, накачивали. Нет, мол, ничего хуже сталкеров, ага. А сами? Как отсюда посмотришь, так некоторые штабные суки мутантов за пояс заткнут. Достало. Как меня все достало. Mm-hmm.
собой тут следить все время надо. И за другими тоже присматривать. Аномалии в парете поганые. Крышу рвет только так. Видали уже. Что в зоне творится? Рассказать бы кому, так не положено.